Добрый вечер всем, кто заглянул на мой канал и смотрит сейчас это видео. Сегодня я хочу разобрать песню «Необыкновенная» в исполнении Панайотова, Чумакова и Алехно. Почему выбрала эту песню? Потому что много людей просило разобрать эту песню. Почему? Многие люди берут ее для каких-то мероприятий, то ли свадьба, то ли день рождения, юбилей, просто романтический вечер. То есть, надеюсь, видео поможет как бы вам подготовиться к вашему мероприятию. Как всегда, медленный разбор мелодии, и потом поиграю аккомпанемент, чтобы вы порепетировали. Сразу скажу, что в конце будут импровизации, конечно, буду их разбирать, и это уже на ваш вкус и цвет. Хотите посложнее, пожалуйста, проучивайте. Не хотите, оставьте, как и было, все припевы. Поехали медленно. Основная тональность — ля минор. Звезды перед тобою тускнеют. Нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Этот распев, как бы небольшая импровизация, спою наверху, потому что мне, конечно, низковато. Просто не хотелось бы отходить от оригинальной тональности, в которой она есть. Ты, прямо красоты. Ты. Еще раз. Ты. Неземной колдовской красоты никого для меня не дороже. Лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобно ты вся божественна. Божеству, на ву, именно на этот слог, распев небольшой. Ву-у-у. Собственно, ничего сложного. Дальше, припев. Необыкновенная. Вот здесь небольшая есть как бы запара. Маленькая-маленькая распевочка идет. Многие ее вообще даже не замечают, но, опять же говорю, на вкус и цвет. Хотите запариться? Ради бога, не хотите, пойте. Как по-простому спеть? Необыкновенная. Вы просто сверху идете на низ. Ная. Все. А в оригинале идет распев. Ная. Просто это происходит быстро, поэтому не очень заметно. Еще раз. Необыкновенная. Ная. Дальше то же самое. Ласковая, нежная. Значит, сход, как океан безбрежный. Нотку надо знать. Как океан без... На без. Вот надо нотка ниже. Как океан безбрежная. Любовь твоя. Да, распев. Та-та-та-та-та. Либо можете поменять посложнее чуть-чуть. Та-та-та-та-та-та. Я на самом деле пою и так, как ляжет. Еще раз, любовь. Любовь твоя. Необыкновенная моя.
вроде понятно. Второй куплет. Я тебя обнимая целую, и тону в глубине твоих глаз. На глаз распев. Глаз. Еще раз. И тону. И тону в глубине твоих глаз. Если рядом мы, я торжествую, и весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни, все ночи, лишь тебе посвящаю одной. Я к тебе как к кресту приколочен, ты мой свет, неземной ангел мой. Значит, ты мой свет, небольшой распев. Ты мой свет, ты мой свет, неземной ангел мой. В этом месте просто идете наверх. И снова припев. Необыкновенная. Я ускорюсь. Ласковая, нежная. Как океан безбрежная. Любовь твоя. Необыкновенная. Припев второй такой же, как и первый. А вот дальше начинаются сложности. Там идет небольшой проигрыш, и в этом проигрыше уже импровизация. Вот давайте разберем их. Давайте медленно, да? На та будет легче подчеканить нотки. Та-та-та-та. Ой, что-то уже болею. Та-та-та-та. Еще раз. Та-да-да-да. Просто быстро будет ху-ху-ху. Дальше. Ху-ху-ху. Извиняюсь, не та нота еще раз. Ху-ху-ху. Еще раз медленней. Ху-ху-ху. На-ху. На-ху. Вы переходите на модуляцию. Модуляция, я использовала это слово уже не раз, это переход в другую тональность, которая выше. То есть вы начинаете петь просто выше, для тех, кто не понимает, что такое модуляция. Так, дальше. Необыкновенная. Я сейчас пропела все до конца, как идет основная мелодия, собственно, без всех импровизаций. А вот сейчас разберу импровизации для тех людей, кто хочет их спеть. Значит, модуляция. Необыкновенная. Медленно. Здесь играет принцип эхо. То есть
как бы основная строчка «вы» между строчек, как бы вставка идет импровизационная. Опять основная строчка «вы» между. А, вообще обычно в таких случаях вот этот основной припев, как он есть, поют всегда бэки на минусовке. А сам исполнитель именно вот эти вот вставки поет импровизационно. И еще раз. Медленно. Как бы с бэками. Так, соединим еще раз необыкновенное. Как бы вторите. Любовь твоя. Еще раз. Любовь твоя. Еще раз. Любовь твоя. Дальше снова. Еще раз медленно. Значит. Еще раз. Объясняю вставыши, не думайте, что это основная мелодия. Нет. Основная мелодия идет в бэках, а вы вот эти вот вставки. Хо или ху. И дальше. Необыкновенная моя. Еще раз. Необыкновенная моя. Кстати, вот этот последний необыкновенная моя, это уже от себятины, то есть от меня. Если вы хотите, оставьте, не хотите, в оригинале этого нет. И заканчивается все основной мелодией, необыкновенная, основной как бы фразы. Необыкновенная. Прошу прощения, что-то связки уже садятся. Вот. Сейчас поиграю от начала до конца, и что я буду играть? Я постараюсь сыграть одновременно и основную мелодию, то есть что идет бэки, и вот эти импровизации, чтобы вы уложили их. Если вы вдруг не понимаете, куда укладывать, как бы плюс вам всегда в помощь, то есть оригинал, включайте плюс и слушайте только уже не основную мелодию, а вот эти вот вставки, и вы сразу поймете, где вам нужно вступать. Поехали с самого начала, аккомпанемент. Thank you.
Вот, собственно, на этом все. Сразу, да, забыла сказать самое-то главное, что если как бы это видео смотрят девушки, то, конечно, для вас это тоже будет низковато, потому что тесситура — это мужская, все-таки песня — это для мужчин, как бы, для исполнителей мужчин. Вот, поэтому для девушек это будет все внизу петься, а для молодых людей, мужчин, конечно, для вас это все будет наверху. То, что для женщин низко, то для мужчин высоко. Пожалуйста, не пойте там, не бубните это совсем внизу, там «звезды перед тобой», чтобы это не было так. Послушайте тоже, как поет Алехно, там Чумаков и все остальные поспанаетом, они наверху поют, для них это высокие ноты. Не путайте, пожалуйста, то я знаю, многие люди сразу перестраиваются туда вниз, и это уже такая неприятная песня получается. Вот, собственно, все, что я и хотела вам сказать, и рассказать, и объяснить. Надеюсь, видео вам поможет. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что буду стараться выкладывать интересные видео, интересные песни. Ну и, конечно, комментируйте, если что-то непонятно. Все, на этом все. Пока-пока.